Всем приветики, мои секретики! Вы с моим каналом Secret Talk, и сегодня с вами снова я, Селия. И сегодня у нас выходит видеоролик на тему влог, потому что уже совсем скоро заканчивается наш, так сказать, отпуск, либо Олимпиада в России. И поэтому сегодня мы вам покажем, как мы будем снимать наш проект, который как раз-таки будет участвовать в самом последнем туре, или точнее конкурсе. Что ж, давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Мы идем наверх, там есть как раз картина с улицей. Где эффект? Ого, на шоу прямо, то есть фантастическое. А у нас роман. То роман? Ну да, что-то типа того. Понятно. Я вам не помешала? Здравствуйте. Привет. Побыстрее, пожалуйста, Нари. Туман надо взять? Сейчас нет, этого хватит. Боже, здесь какой-то проходной двор. Так, мне стул надо взять. Нужно взять свет и камеру. Я тебе помогу перетащить свет. Спасибо. Все, поднимаемся наверх, срочно. Так, молодец, ты немножко подсмыла макияж. Давайте сюда, наверх, я сказала. А ты зачем сюда пришла? Ты могла остаться и там. Ну, как на пороге ее встретить? Не надо. Есть вниз. Ты тоже вниз. Эффект уже запускать? Ой, извините, но вы сидите прямо в кадре. Убери, значит, более нормальный кадр без меня, чтобы меня не было видно. Мэри, ты можешь сесть, если что, вот сюда. Тебе не обязательно здесь по центру сидеть. Ты должна сидеть за камерой и не мешать съемочному процессу. Окей. Если ты лучше знаешь, я сделаю так. Можно нам, пожалуйста, задний фон? Камера, мотор. Начали. Включайте дождь. О, реально дождь. Дождь поближе нужен. И что это за картина? Стоп, стоп. Оператор должна хотя бы ходить, как-то ноги, там ракурс какой-то. Ты почему с камерой даже не ходишь? А? Я не могу разделиться. Я думала, мы хотя бы здесь вдвоем будем снимать с кем-то. Я что? У меня микрофон должен быть, камера, все должно быть. Значит так, держишь микрофон в этой руке, другой снимаешь, понятно все? Либо поставь микрофон куда-нибудь. Значит, Нари помогает. Окей. Я надеюсь, мне за это заплатят еще. Просто держи микрофон. Все, давайте. Камера, мотор, начали. Снято. Камера, мотор, начали. И все промокло, и замерзло. Зачем ты так? Что у тебя случилось? Стоп! Там все в кадре, 100% видно, вот этот микрофон и Нари. Господи, ты не можешь где-то стать в другом месте. Вот так и проходил весь наш съемочный процесс. Все постоянно что-то с кем-то ругались, ну, по-другому никак. А ты что, не видишь этого всего? Мэри, давай будем поспокойней. Да, зачем ты на нас кричишь? Скажи просто всем спокойным языком, это их работа, и они прошли в третий тур. Как они с такими знаниями вообще сюда попали? Да... И нам еще так не спать сутки и работать. Камера, мотор. Наверное, простыла. Тебе следует остаться здесь. Наступило утро. И теперь на улицу едем снимать еще один кадр. А не проще в киностудии это сделать? Нет, сейчас там у нас будет самое главное действие. Все, пойдемте, я уже вызвала машину. Так, тебе и так нормально. Выберите, пожалуйста, какую-нибудь одежду себе нормальную, которая вам подойдет. Так, тебе нужно что-то красивое, тебе можно просто спортивный костюм одеть. А, хотя ты там не участвуешь, вроде или участвуешь. Одень спортивный костюм просто. Так, эту коробку мы сейчас тоже с собой возьмем. А тебе что одеть? Давайте я одену вот это. Одевай. Все, шикарно, просто супер. Едем. Если что, в палатках переоденьтесь, все, давайте. Камера, мотор, начали. О, привет. А, ну что, как у тебя дела? Да, все супер. Ясно. А почему тебя вчера не было? Не знаю, как-то не удалось. Почему же? Какая причина? Стоп! Недостаточно игры. Мне не хватает от тебя, Джессика. Ты должна быть более такой высокомерной. То есть, понимаешь, ты должна произносить эти слова с такой выразительностью. В смысле? А почему ты мне не написал? Ну вот так вот. Покажи прямо, какая ты ЧСВ. Камера, мотор, начали. Нет, если ты мне не расскажешь истинную причину,
то я с тобой больше не буду вместе. Подожди, Джессика. Ну зачем ты так? Зачем я так? Тебя спроси сначала, почему я так с тобой обращаюсь. Все снято, хорошо. Сейчас нужно снять еще несколько кадров, чтобы уже сюда не возвращаться. Поэтому давайте это сделаем прямо сейчас. Угу, пойдем. Но, блин, для этого нужно дождаться вечера. Так что можете здесь пока что погулять, поесть, перекусите. Я не хочу лично ничего есть пока что. Ой, еда. Ты голоднее всех, да? Я понимаю, Джессика, которая работала, но ты вообще еще даже ничего не делала, Джейн. Вообще-то я уже много чего сделала. Фух, ну улети отсюда. Пожалуйста, сделайте мне уже что-нибудь. Такос? Да, спасибо большое. Можно мне то же самое и воды? Мороженое? Давайте мороженое. Ой, прости, ты не можешь мне дать попить воды просто? Я не взяла. Да без проблем. Спасибо большое. Если надо, возьми еще. Я со всеми сейчас в любом случае поделюсь. Джессика, тебе не надо следить за фигурой? Ты случайно не на диете? А вот это я тебя не просила сейчас говорить. Да ладно, Джессика. Я никому не расскажу, честное слово. Угу. Если еще Мэри увидит, что я ем, то мне точно капец. А что случилось? Она сказала то, что я толстая, и как меня вообще могли взять в актрисы? Если на мне ни одна одежда не сидит, может, это она размером поменьше покупала, а не на меня это все. Да уж, все, конечно, очень неспланировано. Согласна. И сейчас нам здесь сидеть и ждать еще до вечера, а потом будем бежать и отснимывать всякие сцены. У нас почти все сцены происходят в вечернее время. Если что, на киностудии сделаем какой-нибудь парк, там мы будем снимать. Гениально. Согласна. Я поела. Блин, было так вкусно, я бы хотела еще сюда вернуться. Это новая прическа. Ну, конечно. Давай сделаем. Вау, вы только посмотрите, что за красотка. Что происходит здесь на киностудии? Вы что творите? Ей сейчас сниматься через несколько минут, буквально уже закат. Не паникуй, сейчас верну всю прическу. Ага, побыстрее, пожалуйста. Какая Мэри, заноза. Да, полностью с вами согласна, ребят. Пожалуйста, прости меня, Аннет. Что? Простить? За такое я не прощаю. Ты очень подло поступил. И со мной, и с моей подругой. Ты просто мог сказать, что больше не хочешь быть со мной вместе. Но я не хотел этого говорить, потому что что? Хотел вести двойную игру? Так, куда мы теперь спешим, Мэри? Мы спешим теперь в киностудию. У нас есть буквально еще эта ночь. И все, дальше нужно ребятам уже смонтировать, наложить музыку. И у нас будет показ. Поэтому у нас остается буквально меньше суток. Давайте быстрее, ребят, пожалуйста. Ладно, все бежим. Камера, мотор, начали. Давай сейчас переделаем. И типа, получается, она открывает, а другая потом приходит, типа, ей помочь. Ага, все, давай. Так, камера, мотор. Мы начинаем, погнали. Да. Ой, похоже, доставка приехала. Пойду открою. Давай. Ты что, опять здесь явился? Зачем ты сюда пришел? Я пришел, чтобы попросить тебя прощения. В тапках? Откуда ты? Ты ненормальный. Уходи. Ты сама меня пустила на порог. Сама тебя пустила, сама и выгоню. Так, другая камера, снимай ее. Я не умею снимать. Что там происходит? Тебе с чем-то помочь? Аннет, познакомься, пожалуйста. Это мой парень. Что? Что-то не так? Ты не говорила, что у тебя кто-то дома? Ты серьезно? Ты хочешь сказать, что ты мне изменял? Аннет, нет, мы с тобой расстались уже давно. Мы с тобой не расставались. Ты сказал, что мы должны взять паузу в наших отношениях. Так, на закате вы гуляете, типа. Декорации нужно сейчас убрать. Да, так бывает в жизни, Аннет. Но с этим ничего не поделаешь. Я не буду ни за что. Потому что, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. И я думаю, что расставание с ним... Даже хорошо, что мы так расстались. Пойдем.
Снято. Все, всех поздравляю. Закадровый голос мы обязательно еще запишем. Я ухожу. Ребята, всем большое спасибо. Вы были молодцы. Мне все очень понравилось. Давайте готовый результатик пришлете мне куда-нибудь там на почту. Не знаю, еще куда-нибудь. Да, Мэри сама не своя. Теперь пришло время моей работы. Да, теперь пришло время твоей работы и работы Николаса. Если что-то, звоните мне, я тоже постараюсь вам помочь. Хорошо. Ну, мы пошли, давай, пока. Ух, мы проделали очень большую работу. И это было достаточно сложно сделать такую большую работу всего лишь за такой маленький срок. Поэтому спасибо вам всем большое, спасибо то, что... Мне удалось с вами поучаствовать в новом проекте, то, что вы оценили мой сценарий и были согласны по нему сниматься. Это реально все очень круто. Спасибо большое, Силе. На самом деле мы хотим сказать, что ты самая искренняя здесь. Да, ты нас поддерживала, как никто другой. Да, я хочу сказать, что ты должна быть режиссером, а не Мэри. Потому что Мэри, у нее нету таких качеств. А ты такая веселая, позитивная, и ты умеешь поддерживать людей. Это очень ценное качество. Я тоже так считаю, поэтому, Силия, спасибо тебе большое. Если бы не ты, думаю, мы бы здесь не выжили. Точно. Я полностью согласна. Спасибо большое. Давайте все обнимемся. Да ладно, мы еще увидимся. Да. У нас еще завтра целый день впереди. Ну, надо выспаться и приготовиться к просто сногсшибательному выпускному балу, так сказать. Надо завтра выспаться и приготовиться к этой вечеринке. Завтра будет прямо борьба, я считаю. Но мы уже все сделали, сейчас все зависит только от монтажеров. И все зависит от оценок судей. Так что от нас уже ничего не зависит, наверное. Ну, именно от нас всех, наверное, нет. Мы все сделали. Ладно, всем большое спасибо еще раз. Всем пока, я пошла. Пока, Силе, пока. Пока, Силе. Интересный фильм получается. Ты уже все смонтировал? В смысле, я и твою музыку уже все вставил. Серьезно? Ну да, ты же мне отправляла. А, точно. Ну ладно, я тогда тут попалась. Ну как тебе съемки? Все было очень круто, мне на самом деле понравилось. Это незабываемое приключение, наверное. Ну, правда, очень классно. Я заказала такси, так что сейчас оно за нами подъедет. О, мы не на метро? Какое метро, Силия? Ну блин, здесь еще нет охранницы. Подождем. Надеюсь, что скоро придет. Я знала, что ты снималась еще как актриса. Да, я... Были у меня уже съемки, кастинги. Тоже было классно. Но именно на Олимпиаде, мне кажется, это незабываемое приключение, реально. Когда весь этот кипиш, и все нужно сделать за такие короткие сроки. Но я думаю, мини-фильм получится неплохой. С актерами нам повезло, с оператором я бы не сказала. Да вообще нам ни с кем не повезло. Может, это всем с тобой не повезло? Силия, ты сейчас пешком пойдешь, а не на такси поедешь. Боже, девочки, простите, я вас задержала. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. На этом секретике наш видеоролик подходит к концу. Мы сейчас поедем с Мэри на такси, обратно к нам в отель. Так что в следующий раз вы увидите влог о том, как пройдет наш такой заключительный вечер в России, где мы узнаем нашу награду, победим мы или нет в третьем туре вообще в Олимпиаде полностью, наша съемочная группа победит или нет. В общем, все будет в следующем влоге, так что смотрите его обязательно. Ну, а если вам понравился этот видеоролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео, нажимайте на колокольчик и в комментариях напишите, как вы думаете, выиграем ли мы или же нет. С вами была я, Силия, и вся моя съемочная команда, группа, точнее наша. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.